Делаем замечание. Ну и включили аварийку. Думаю, что аварийка им позволяет нарушать правила дорожного движения. Но аварийка не позволяет нарушать правила дорожного движения. Да, им надо поговорить по телефону. Девушки, здравствуйте, а знак такой вас не смущает? Ну лучше убирайте машину. У нас есть парковка через дорогу. Вот и надо заехать сюда, высадить пассажира. Там ты дреб. Конституция. Си серьезно? У нас есть крестьян, пуни не оледжа. Да чини синтез у него? Ёс питон, си омын принурым, да. Мы не мог пить в детской аварийке парнит. Да на редрет, ну каш центр к паркаре специализат. И вот как всегда у нас водитель молчит, а пассажиры какие-то неадекватные. Сразу не имеешь права снимать. Закон можешь огласить, красавица? Это тебе надо подлечиться, ребенок. А твоей подружке надо подучить правила дорожного движения. Или это мама твоя, я не знаю, кто она такая.